В минувшие выходные в областном центре ивановские дзюдоисты выясняли, кто главный на татами. Спортсмены 2008-2009 годов рождения со всего региона готовились в течение последних месяцев, чтобы не ударить в грязь лицом и обратить на себя внимание. Это первый возраст официальных соревнований, где ребята выступают на центральных федеральных кругах. Это этап подготовки. Вот. Ну и потом же у них идет первенство страны. Участников около 150 человек. Вот. Здесь представлены три региона. Вот. Соревнования наши домашние. Но интересный факт, что на наших соревнованиях впервые участвуют такие города. Холуй, Палих, Майдакова, поселки даже, да, Лежнево. Вот. Это те поселки, те регионы, где работают энтузиасты. Мы как бы помогаем, развиваем. Вот. Ну и, соответственно, Иваново, команд 5-6, Шуя, традиционная команда Тейково, Приволжск. Дзюдо переводится с японского как «мягкий путь». Действительно, философия этого боевого единоборства – побеждать не только при помощи физической силы, но и за счет умения выжидать, планировать свои действия и приугадывать действия соперника. Об этом знает каждый боец. Больше всего в голове, в технике. Чем больше знаешь приемов, чем больше результат на победу. Открытые региональные соревнования не являются отборочными, но самые яркие бойцы турнира имеют все шансы попасть в поле зрения тренеров федерации этого боевого единоборства и войти в сборную области. А там уж и до серьезных турниров рукой подать. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.